Коллектив городской больницы регулярно пополняют специалисты, приезжающие из разных регионов России. Летом к работе приступили два новых терапевта. Сегодня на приеме у Рустама Яманаева побывала моя коллега Ирина Волокитина. Девушка, а мне можно сейчас к терапевту? Кто принимает? Сейчас принимает Яманаев Рустам Фанильевич. Доктор Рустам Яманаев еще мало знаком пациентам городской больницы. Он недавно приехал в город семилиственниц. Продолжатель династии уфимских врачей Лабытнанги выбрал осознанно. Приехав сюда, я увидел как бы небольшой, тихий, спокойный город с приятной экологической обстановкой, чистым воздухом, красивой природой. Понимаете, как бы тут уровень социальной защиты очень высокий, низкий уровень преступности. Посмотрел и увидел, как бы динамично развивается инфраструктура города. То есть, как бы строятся жилые комплексы, спортивные комплексы, то есть, как бы школы, детские сады, многопрофильные больницы. Свое будущее Рустам Фанильевич связывает с городской сферой здравоохранения. Осталась в прошлом служба на Балтийском флоте. Карьеру военного врача он закончил в должности начальника медицинской службы бригады ракетных кораблей. Во-первых, это дисциплина. Это раз. Тем более еще с 18-19 века как бы военные медики считались самыми лучшими медиками. Понимаете, как бы они считались как бы выше классом гражданских медиков, потому что у нас было много очень войн, как бы, да, сами знаете. И поэтому как бы вот опыта набрались очень много. Поэтому у нас существует в России как бы несколько военно-медицинских институтов. То есть я закончил Самарский военно-медицинский институт. Отслужив положенный срок, Рустам Фанильевич сменил военную специальность на мирную работу участкового терапевта. Попав в профессиональный коллектив городской больницы, я должен зарекомендовать себя с лучшей стороны, говорит капитан запаса. Пациенты должны быть мною довольны. Конечно, довольно очень внимательный доктор. Лекарства все выписаны, какие требовалось. Индивидуальный подход к каждому пациенту – главный принцип работы терапевта Рустама Яманаева. Порой простое недомогание может свидетельствовать о наличии хронического недуга. Как специалист, он должен поставить правильный диагноз. Когда последний раз снимали? Давно. Давно. Вот видите, опять так давно. И ЭКГ нужно будет? Вам выдадим направление, электрокардиограмму нужно будет сделать. Посмотреть, какие изменения у вас, сравнить со старой электрокардиограммой, назначить, подкорректировать вам лечение. Рустам Фанильевич советует своим пациентам быть предельно внимательными к своему здоровью. Сердечно-сосудистые заболевания, онкологические патологии, сахарный диабет, болезни дыхательной системы, бич современного общества. И вот для этого как бы предприняли с 2013 года, возобновили диспансеризацию. Ее же сначала не было, ее же отменили с тех давних времен еще Советского Союза по старым традициям. И вот чтобы на ранней стадии диагностировать эти хронические заболевания, как бы я призываю население проходить диспансеризацию, чтобы укрепить свое здоровье, сохранить его. Каждый терапевт в день принимает до 30 пациентов. От недугов никто не застрахован. Но лечить болезнь на ранней стадии всегда легче, говорит врач городской больницы Рустам Яманаев. Ирина Волокитина, Алексей Урженко, программа «Время местное».